Все, тогда вы сюда. Вы идите к родственнику, да? Сейчас можно девочкой. Диван. Да. Нет. Волейбол, это. Нет, девочки сегодня уходят к моей жене. Позвольте, садись, просто. Давай. Вы слышите? Почему вы? Почему? Я тоже не верю. Свет. А если это? Как ты можешь так и так и включить, садись. Я могу пить сегодня. Ну, а ты кушаешь? Требую реакцию, слушай. То есть, если кушать, ты можешь. Я слышал ее. Thank you.
мотя сарына тұр. Дабылар шегерсіз, ой шыға. Череви мне надо сдать. Череви. Череви. Или паспорт, или свидетельство о рождении. Что, Макс, толстый? Умираю. Так надо... Бегать. Зачем кросс бегать? Просто выйди походить. Вот жена утром бегает, а я утром летянешь, потому что 2 часа вчера и позавчера лег. Так я сегодня, вчера вечером, вышел отсюда и до самой последней остановки прошелся, сел потом на 23-й домой. Я до тренировки вызвал. А это мало. Потому что там определенная частота
частота должна быть сердечных сокращений. Меньше 150 ничего не дает. Это все равно, что ты делаешь с весом примерно. Вот ты, например, делаешь с весом 70 килограмм. Пришел, сделал 70 килограмм, там, один подход, второй. На следующий день тоже 70, потом еще 70, потом еще 70. Потом пришел на соревнование, ты что сделать не сможешь. То есть нужно все время раздражение должно быть. Раздражаешь мышцы, чем большим весом. Меньше повторений, вес больше. И постоянно. И вот на этом раздражении, когда мышца поднимается, потом она устает, уходит вниз, и опять, и уже тогда там получается фаза суперкомпенсации. То есть ты дал нагрузку, потом мышца ушла вниз, то есть силы нет. Она восстанавливается, и идет там небольшой день, фаза суперкомпенсации, то есть выше. Вот в этот день нужно, именно в этот момент нужно качаться. Можно давать больше нагрузку, она тогда чуть опускается, поднимается и уже выше, понимаешь? И вот так вот, выше и выше. А так, когда 70 килограмм сделал, вниз, восстановился, пришел, она опять то же самое, раз, раз, так на одном уровне 70 идет. Я ходил в кимоно сфотографировать. Надо сдать это еще в понедельник, вчера ему. Все, сделал пока это. И журналы потом уже допишу. Так, ну значит свидетельство о рождении это. Паша. Журнал не сдавал. А если сначала, Макс, а если не просто одно, а сначала, нет, не хуже? Я не знаю. Раз, раз, так. Как Юрий, вот так одно. Может быть, вот сюда. То есть, одиночный удар не высоко? Если скорость, дальше удары просто на голову. То есть вот это ничего не дает, да? Вот, вот, о! Влад, а ты можешь промахнуться один раз? Левое, правое, потом правое добей сильным ударом. Еще раз. Раз, два. И правое. Нет, смотри, три, раз, три два, удара. Правым, левым, правым сильно. Нет, да. Левое, правое, шаг вперед и правый будет. Ага, вот так, смотри. Левый, правый, и потом правый еще раз подшагиваем, да? Нет. Не назад, а вперед. Раз, два, вперед и добить. Я тоже не понял. А? Да. Пошагай правой ногой и... Раз, два, шагнул и добил. Не понял. Вот раз, два. Да. Ставь на правую ногу и пожестче справа. Вот это... Все равно получается левый, правый, левый чуть вниз и удар. Левое, правое, противник оттапываешь, он уходит назад. И вниз, руку вниз и сюда удар, да. Ага. Ты его бьешь, он уходит назад. И тогда ты оставишь правую ногу, и тогда доходишь. И справа. Да. На правую ногу. Раз, два, догнать. И забить. Макс, назад, 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 Макс. Макс, назад. Что? Назад. Назад и в центр. А. Вот тут. Левой, правой, левой, правой. Шагаешь ногой и да. Подшагиваешь. На правую ногу ставь. Другой, другой ногой. Другая нога идет вперед. Раз. Нет. Мне интересно. Да. Раз, два, шагнул направо, ставим назад, и вправо.
Спасибо, что сказали. Давай, Саша.
Остальные как-то. Это 15, вы поработаете. Да. Я все буду болеть. А я мне 3 минуты хватает. Ну это и трава, а все, кто тренируется, если кто умеет, они на 15 минут уже такая нагрузка. Чем меньше не разбрасывайте, вот в одну точку. В одну точку, о, одна, не двигай рыбишь. Нет, кисть не так. А опускай. Опускается кисть, жипер поднимается локоть. Иди, иди на ногах. Вот как удар идёшь шаг. Как шаг туда. Давай, Мась, давай еще. Ты походи за открытой. И все болезни пройдут. Шагай на правую ногу. Шагни на правую. Удар идет на точку опоры. Надо иметь точку опоры. Вот раз, два. Встал ноги, вот ты стоишь в ноге. Даже ноги. Все под срочный судой. Если ноги будут сзади, ты держи. Удар не пол. У меня так, ноги сзади. Неправильно. Бьешь правой ногой, правой рукой, левой ногой впереди. Не сунь. Иди, иди на него, иди, Влад, иди. Руки уже, уже руки держи. Теперь назад, Влад, иди. Иди, иди, третий шаг не делай. Не делай третий шаг. И себя пускай. Ну как по сверху вниз сюда. Жестче. Вы, это клон, суть, ну, на ночь.
Кришки. Это голова. Лак идет. Лак. Слышишь? Полез, да? Ну а мой. Где полез база? Да-да. Где сюда он там? Înainte și înapoi, spune că când mergi înainte, te înveți ataci. Când mergi înapoi, te înveți contra-atac. E că eu am probleme cu asta de tare. La mine nu cam să mergi. Nu vrede. Deja? Nu. Normal, dar nu așa vrede cum mă face. Am făcut-o la tot. O secundă, mă uite. Da. Макс, просто так кошки не разбирается.
лучше вам открыть. Влад, у руки не надо брать, скажи, скажи. А вот, вот после этого, например, делают вот так, так, и у меня вот ноги так, что? Нет, так тебе. Какую мышцу он качал? Все. А где ключи, знаете? Не, я ваш ключ не брал. А кто? Ну ты не что? Шумит не борда, лазу звук не будет. Какую мышцу надо качать? Влад, да, одели куртки. Какую мышцу надо качать? Нет, туда ушел. Туда. Какую мышцу надо качать? Я? Ты же пацан, ты же знаешь, это рука, это рука. А, Макс, подожди по пару минут. Подождите, не бейте, сейчас я этот сфотографирую.